Здравствуйте, вы набрали код 812. Сегодня 3 июня. В этот день, в 1943 году, было начато вручение медалей за оборону Ленинграда. Эта медаль – одна из первых советских медалей военного времени. Она была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ее автором стал художник Николай Иванович Москалев. В числе первых награжденных были будущий маршал Советского Союза Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбелли. К 1985 году медалью за оборону Ленинграда награждено около 1 миллиона 470 тысяч человек. Среди них 15 тысяч блокадных детей и подростков.